Всем привет, с вами Аркадий. Сегодня я вам расскажу про такую вот машинку. Она называется Dodge Charger. Ее можно было увидеть в фильме «Форсаж». Эта модель довольно старая. Она датируется примерно до 1971 года. Обратите внимание на это техническое устройство, торчащее из капота. Оно называется Ram Charger. Это специальный заборник воздуха прямо над воздушным фильтром. В этой машинке открываются две двери. Капот и багажник. Капота проделаны специальное отверстие для того, чтобы оттуда выглядывал этот Ram Charger. Помните, как в фильме «Форсаж» этот Charger врезался в фуру? Давайте теперь посмотрим на электрические функции этой машинки. В кино снималась машинка черного цвета. Есть синего цвета. Есть белая. Есть ли у вас Dodge Charger? А также напишите, какие модели из фильма «Форсаж» у вас есть дома. Я пираю. Я пираю.